dvhub.ru. Если Чечне списывают 9 миллиардов долга за газ, то давайте начнем с Дальнего Востока. Простим все долги по задолженности. Предлагайте в том числе. Вот сейчас Шевцов предложил, вот вы говорите про трамвай, я вам вчера сказал, а давайте сделаем подземный трамвай. Ну, фантастика, ну как бы то ни было, но это предложение. Если вы говорите, надо списать долги. Давайте предложение, как от Дальнего Востока, списать по Дальнему Востоку долги. Можно не зацикливаться только на Комсомольске, но ну, понятно, про Дальний Восток, у нас сокращение на промышленных предприятиях есть, давайте поговорим о ближнем объективе. Есть система управления, если вы номер Добинера читали, есть система управления. Есть целеполагание и есть конечный результат. Вот скажите мне, пожалуйста, на сегодняшний момент, если Евгений Владимирович, вы как глава города, есть сокращение по промышленным предприятиям или нет? Если я же не один раз напишу, вы тоже прекрасно это видите. А нет, вы руководите, вы скажите тогда, сокращение каких-то промышленных предприятий. Мы готовим к тому, что мы их переобучим, что мы их устроим и так далее и подобное. Я вот, например, не слышу такой позитивной оценки. Ну скажите, пожалуйста, кого тогда ты сможешь спросить? Да, я еще скажу. Сокращение на предприятиях, да, планируется, и мы это реально видим, еще раз говорим. И не только от меня даже информация, вы же депутаты, да, вы тоже знаете. Понятно, что надо принимать меры. В первую очередь, сокращать из-за того, что просто делать нечего, а из-за того, что не обеспечено загрузкой предприятий. Это тоже один из вариантов – загрузить наши промышленные предприятия. Я вот как, прошу прощения, как депутат не знаю. Надо решить, чтобы правительство компенсировало затраты предприятий, малый и средний бизнес. Это по льготам на Северной, это коэффициент. Когда с федерального бюджета будет это компенсироваться, когда мы получим повышенные заработные платы, когда мы будем иметь стабильные, да, рабочие места здесь, все против президента Российской Федерации обозначил о национальной программе Дальнего Востока. И она будет сформирована, будет утверждена и будет работать. Помните, на одном из заседаний, когда вел этот замминистра развития Дальнего Востока, там он как бы было слышно, но он озвучил это. Так, в кулуарах, скажем, за столом, что пока мы не решим вопрос компенсации льгот, мы не решим проблему Дальнего Востока. Это на уровне замминистра, значит, есть понимание. Почему это в правительстве не могут это понять? dvhub.ru